Всем привет, ребят, с вами я, Денис Геймерс, и сегодня, и как бы не хотелось это говорить, но сегодня будет обращение на нового хейтера под ником Густав Фрейтаг. Что это за хейтер, и кто он вообще на самом деле такой, и где он меня упомянул? Об этом давайте я сейчас все расскажу. Но давайте сначала поговорим о коротко. Кто же такой этот хейтер под ником Густав Фрейтаг? Итак, хейтер Густав Фрейтаг. Он хейтит абсолютно всех. В принципе, он даже поддерживает гачу-джути какую-то. Но я, в принципе, этого знать не хочу, что он там, кого он там поддерживает. Но, в общем, это не главное. Он на меня записал обращение на 7 секунд. Это 19 часов назад он записать успел. И еще он меня упомянул в сообществе. Давайте сначала посмотрим, что он в сообществе меня упомянул. Вот, типа я... Боже мой, это ужас. Я даже такие слова говорить не хочу, потому что YouTube за такое может забанить. Если вот кто не в курсе, мне вот одно видео уже забанили эти хейтеры. Потому что есть вот такие вот, можно сказать, ну, дятлы, которые могут забанить мои даже видео. Но как бы это все понятно, в принципе, с этого хейтера. Он, кстати, у него нету лайков, чтобы его типа поддерживали. Я не знаю, смысл его упомянывать в сообществе или нет, но я не буду его упомянывать, но я за кадром успел кинуть жалобы. Я вообще не знаю, что этому хейтеру вообще надо, если я его вообще не трогал. Потому что, видимо, они даже не думают о своих поведениях в Ютубе, ну то есть о правилах. Просто эти хейтеры, понимаете сами, они нарушают как бы правила YouTube. Это раз. Второе, это то, что они оскорбляют людей. И поэтому даже YouTube их не банит. Вот когда я хотел забанить тех хейтеров, YouTube их почему-то попросту не банил. А значит, эти хейтеры тупо, я не знаю, чем они там защищаются, но возможно они... Двухфакторной аутентификации, вроде как так она называется. Может быть, я перепутал, конечно же. Вот, в общем, эти хейтеры с помощью них и защищаются. Ну, в шорцах понятное дело, что там ничего нету, кроме одного кринжа, который он снимает. Это, боже мой, это настолько кринжово выглядит. И его основное это видео. Причем тут 8 роликов всего. И при этом некоторых еще и других ненавидят, то есть других хейтеров, и в том числе и меня ненавидят. Ну что поделаешь, есть такие вот дятлы, которые записывают разоблачения. Даже их не побоятся называть матами, потому что я не хочу, в принципе, чтобы YouTube опять меня забанил видео из-за какой-то ерунды. Поэтому лучше всего держаться от этих хейтеров подальше. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к этому видео, где на меня напал петушара. Конечно, это с одной стороны звучит как оскорбление, но с другой стороны я не знаю, что это такое и что это он за кринж успел записать. Один дурдом, по-моему, сейчас будет. Ладно, давайте смотреть. Вот это петушара! Боже мой, что это за кринж? Если вы это не видели, то тогда я еще раз вам перемотаю вот это видео. И посмотрите, что это такое, что это за кринж. Вот это петушара! То есть, вы понимаете, да? То есть, что я хочу сказать-то? В том, то, что это видео было своровано у американского телеканала, где
репортер снимает, где на него петушок напал, и он пытался улететь, а на самом деле это больше похоже на курочку, а не на петушка. Хоть, конечно, это и кринжово выглядит, но то, что вот этот вот, извиняюсь за выражение, существо записало про меня вот этот недокринж. И, к сожалению, есть такие вот нелюди, которые любят записывать про меня кринж. И вот сейчас они опять будут ныть у меня в разоблачениях, когда я на них запишу обращение. Ну, вы сами понимаете, да? То есть эти хейтеры из ниоткуда просто появляются. Они не дают, в принципе, нормальным людям. Вот я хотел снять ролик, но после этого у меня пропала идея даже снимать нормальные видео. И вот, к сожалению, мне пришлось снять еще одно обращение на этого недоиндюка, который опять снял про меня вот этот кринж. Что там вообще в комментариях пишут, но пока ничего не пишут в этих комментариях. И в описании видео тоже ничего нету. В общем, все понятно с этим хейтером. Все понятно, в принципе. Ничего, в принципе, о нем я не хочу уповядывать, потому что, ну, как бы, зачем про него упомянывать дальше? Чтобы, ну, вот дальше меня хейтил? Нет. Я, как бы, планирую хейтеров сегодня проигнорить вообще. До этого я троих хейтеров вообще игнорирую, мне пофигу, что они там делают про меня какой-то кринж или еще что-то, но понимаете сами. Они сами так в скором времени добьются своим баном канала, и все, их забанят тогда. Потому что они там и любят материться там, либо еще что-то. Это ужас просто. Таких вот существ я никогда не видел, только впервые я вижу этих хейтеров. И их где-то там, как максимум, штук 50 таких хейтеров есть. Если не больше. В общем, вот такое вот получилось видео про этого хейтера. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.